Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Фердинанд Кнопф. Я дверь закрыла. 1891 год. Холст масла. 72 на 141 сантиметр. Находится в новой пинакотеке в Мюнхене. Работа бельгийского художника дает наглядное представление о ценностях символизма. Она полна значимых, говорящих символов, призванных поведать зрителя о тайной жизни бессознательного. Души человека, его подчас неосознанных мечтаниях, а также поэтически осмыслить роль самого художника как вдохновленного знатока этого внутреннего мира. Упомянутое стихотворение посвящено скрытым силам души женщины, которая одновременно стремится сберечь свои тайны и ждет, как гласит его название, «Кто выпустит меня?». Интерьер, безусловно, обозначает внутренний мир, душу, а дверь ведет, несомненно, во внешний мир, в реальную жизнь, которая полна соблазнов и угроз. В творчестве Кнопфа, что свойственно и символизму в целом, важную роль играет интерес к сферам сна, подсознания, гипноза, мистики. Зрачки героини нарисованы так, что видно, что в действительности она спит наяву. Изображен слепой, одурманенный, несмерический взгляд. Важную роль в общем строе картины играет скульптурная голова бога сна Гипноса, оригинал которой хранится в Британском музее в Лондоне. Интересно, что Кнопф сам вылепил ее копию и запечатлел реплику в нескольких работах. Бог сна был для него важным символом, ведь художник увлекался гипнотическими сеансами. Цветы тигровой лилии также могут многое рассказать о концепции картины. В противовес белой лилии, символу Богородицы и невинности, образ тигровой несет эротические аллюзии, восходящие к ветхозаветным текстам песни-песни. Так картина создана автором из нескольких значимых слоев, наполнена смыслами, уводящими далеко за его визуальную повествовательность. Фердинанд Кнопф взял название для этой картины из стихотворения английской поэтессы Кристины Россетти. Она была сестрой Данте Россетти, английского художника прерафаэлита. Прерафаэлиты, первые авангардисты Европы, протестовали против классической портретной школы с ее париками, пудрой, воспевавшей естественную, романтическую шекспировскую красоту, были близки по духу Фердинанду Кнопфу, а некоторые из них были его друзьями. Ну вот так вкратце о картине Фердинанда Кнопфа «Я дверь закрыла». Она находится в Мюнхене, в новой пинакотеке. Пока-пока. До свидания.